Более чем 200-летняя уникальная история кубанского казачьего хора наложила печать на творчество и неповторимый исполнительский стиль танцевальной группы. Каждая хореографическая постановка становится украшением концертных программ хора. То танец сродни неудержимой кавалерийской атаки, то это нежная, убаюкивающая колыбельная, то это экскурс в историю кубанских казаков и их соседей по Северному Кавказу. Сцена буквально взрывается ярким, захватывающим действом. В круговороте стремительного танца виртуозность трюков, мощнейшая энергетика лихих казачьих плясок, бесконечная вереница подлинных исторических костюмов, пики, шашки, кнуты и бубны. Сегодня танец признан одним из высочайших исполнительских искусств. Ежедневно артисты танцевальной группы, преодолевая невозможное своим кропотливым трудом, не чувствуя боли, забыв про усталость, вносят бесценную лепту в дело сохранения золотого фонда хореографического наследия кубанского казачьего хора, даруя со сцены неисчерпаемую силу духа казачьего, характер, веру в искренность, провозглашая каждый концерт во славу Кубани, на благо Кубани.